Всем привет! В этом видео вы узнаете о новом браузерном событии, где можно забрать промокоды. Всем приятного просмотра! Итак, вчера в Геншине стартовало новое браузерное событие «Сокровища Хеличурлов», и продлится оно по 4 декабря, то есть ровно месяц. Для участия необходим как минимум 10 ранг приключений. Как принять участие в веб-ивенте, вы сможете узнать у нас в телеге, ссылка в описании. Здесь вам нужно выполнять предложенные задания и получать за них ключи. Некоторые задания ежедневные, а некоторые еженедельные и обновляются только по понедельникам. Ключики можно потратить либо на гарантированный обмен, либо на розыгрыш. Как видите, здесь можно выбрать для обмена 60 примагемов, 5 книжек с опытом и 50 тысяч моры. Но награды в гарантированном обмене ограничены, поэтому забирать их нужно сразу же после того, как они обновятся. Если не успели, то можно попробовать в следующий раз, поскольку награды обновляются 3 раза в день по средам и субботам. Ну и также для особо рисковых можно принять участие в розыгрыше. Там тоже можно получить примагемы, но лично я в розыгрыше ничего так и не получила в прошлых таких событиях, а вот в обмене забрать награды вполне реально. Я в каждом таком событии забираю промокод на примагемы, просто нужно все делать быстро. Промокод потом нужно скопировать и ввести либо на официальном сайте, либо через игру. А вы участвуете в подобных веб-ивентах? Пишите свои ответы в комментариях. Ну, а на этом у меня все, подписывайтесь на канал и всем пока!